Здравствуйте, я Наталья Некрасова из автошколы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. В прошлый раз я вам показала, как продевать толстую пряжу в тонкое игольное ушко при помощи специального вдевателя ниток. Но если у вас такого вдевателя нет, либо вы его заказали и ждете, когда он к вам приедет, а в нить надо продеть прямо сейчас, мы будем пользоваться тем способом, который есть у всех. Берем обычную катушечную нить, делаем из нее петельку. Эту петельку мы продеваем в игольное ушко и в образовавшуюся петлю нашу пряжу. Далее мы вытягиваем ниточную петлю вместе с пряжей через игольное ушко. И все. Мы продели очень толстую пряжу в тонкое игольное ушко. Пару секунд, и у нас с вами все получилось при помощи самого простого устройства – катушечная нить. Если вам это видео было полезно, если оно вам понравилось, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями. Подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Обязательно приходите на наши бесплатные посиделки по вторникам и четвергам. И ждем вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Ваша Наталья Некрасова.